Я был арестован по доносу как антисталинист, но о существовании нашей группы не знали. Если бы узнали, то меня, конечно, я бы сейчас с вами здесь не сидел, само собой разумеется. Я его никогда не воспринимал как человека глупого или как-то так, как его потом описывали и до сих пор описывают всякого рода критики режима диссидента. Нет. Я его скорее воспринимал как демоническую фигуру. Я сам был склонен к такому романтическому восприятию реальности. Так? И он для меня был, как сказать, точкой опоры, фокусом, в котором сосредоточивалось мое отношение к реальности. Я уже тогда, 16 лет, начал изучать советское общество, как коммунистическое, в том виде, в каком оно в реальности существовало, стало формироваться. То есть уже с 16 лет я отверг марксизм. Вот. А я ушел. Ушел, и после этого обо мне был объявлен всесоюзный розыск. И меня разыскивали вплоть до окончания войны. Так это не был отменен. Я скитался по стране, и в это время у меня уже стало меняться отношение к Сталину. Не в смысле, скажем, отказа от антисталинизма, нет. Оно углубилось. То есть я стал рассматривать Сталина не просто как злодея, вот такого огромного масштаба злодея, из-за которого произошло расхождение между идеалами и реальностью, так? А стал рассматривать просто как выразителя закономерностей самой истории. Вот, как человека, который фактически так олицетворял собою реальность, не идеалы коммунизма, а реальность. Вот. Последние 100 лет в России это что не лидер, то истерик. В этих условиях очень сложно говорить о фигуре Сталина. И в этом отношении, в этом контексте разговор о Сталине, о его роли в истории также помещено в истерический контекст. И страшно рот даже открывать, что Сталин был, в общем, великим, конечно, политическим деятелем. Понятно, что большинство простого народа за Сталина, а либеральные прозападные интеллигенции против. Мы увидим, что Сталин был совершенно на высоте тех политических деятелей, которые определяли мировую историю в тот период. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Он был, безусловно, на высоте Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Муссолини, Франко. Он был одним из тех людей, которые определяли образ мира. Он выиграл войну. Сталин выиграл, потому что существует такое в политике метонимия князя. То есть, когда говорится, что Александр Невский выиграл войну, имеется в виду, конечно, что не он лично выиграл, за ним стояла армия, войско, но говорится, Невский выиграл войну. Так вот, Сталин в этом смысле, как представитель, метонимический представитель общества, страны, режима, государства, он выиграл величайшую войну. И в этом отношении Сталин находился как минимум на уровне этих великих людей 20 века, середины 20 века, которые еще умели принимать резкие решения, которые могли участвовать в переделе мира с разных сторон. Кто-то с западной, кто-то с либеральной, кто-то с коммунистической, кто-то с фашистской. Но эти были люди, каждый из которых воплощал дух своей собственной цивилизации. Сталин выражал дух советского народа, советского общества в своих самых положительных и в самых отрицательных сторонах. Главная, конечно, тема остается мое отношение и к советскому обществу, которое олицетворял Сталина, и к самому Сталину. Я уже многое к этому времени стал понимать лучше, а так, ну что ж, в 16 лет, сколько бы ни читал, а я много читал, все равно годы дают знать. Так, а тут уже я 18 лет, и опыт жизни был солидный. Вот, и я уже стал и к Сталину относиться по-другому. Я продолжал быть сталинистом, и я перестал быть сталинистом, антисталинистом только после смерти Сталина.
окончанию войны, к концу войны, я уже достаточно хорошо понимал, что такое Сталин, что такое сталинизм. И потом я на эту тему, к 30-летию со дня смерти Сталина, выпустил книгу, где подробно все это описано у меня. Она называется «Нашей юности полет», эта книга. Так? Я уже тогда понял, что, несмотря ни на что, и даже сталинские репрессии, они были обоснованными, а не на пустом месте, что и коллективизация, без индустриализации мы войну не выиграли бы, что, несмотря на потери в начале войны, Сталин все равно был выдающимся военным стратегом, и я уже к концу войны понял, что без советской системы, без сталинского руководства и лично без Сталина мы войну не выиграли бы. Тем не менее, продолжался еще инерция, оставалось быть антисталинистом. Сталин, он создал государство и создал страну, которая, может быть, действовала от лица всего человечества. Потому что человечество поручило именно русскому народу в лице советского государства вот это освоение самых неудобиц. Андрей. Потому что человечество осваивает куски мертвой планеты. Второе задание, которое выполнил народ и советское государство, от лица человечества Советский Союз воевал с фашизмом. Это понимание Сталина так. как мистического героя, так. мистического героя, который выиграл мистическую, самую страшную в мире войну, в результате этого спас русскую цивилизацию, русскую советскую цивилизацию от крушения, совершил вместе со своими маршалами, комдивами, народом, партийными руководителями, которые перебрасывали с запада на восток эти станки, совершил грандиозный подвиг, равным которому в истории нет. И этот подвиг не социальный, не идеологический, не военный, не геополитический. Это именно метафизический подвиг. Были остановлены силы тьмы, которые, как говорят вот мои друзья-метафизики, которые хотели перечеркнуть и зачеркнуть проект Господа, который создал этот мир светоносным, райским, восхитительным. Это был пересмотр Господнего проекта тьмы и света. Вот эти люди, о которых вот я говорю как о мистических сталинистах, они интерпретируют Сталина именно как вот такого носителя светоносных энергий. Во время смерти Сталина так переворот в оценке Сталина и сталинизма у меня уже произошел. Так основой для переворота послужила война, победоносная война. Те перемены, которые произошли во время войны. Ну, я действительно установил, что без советской социальной системы, без сталинского руководства и лично без Сталина мы потерпели бы поражение. В это время уже назрела десталинизация. Уже был подготовлен доклад, который потом прочитал Хрущев. Произошла десталинизация, и произошел мой перелом. Они не совпали. И несовпадение, когда Сталин умер, я себе сказал, все, я мертвых не бью, все, он перестал для меня быть объектом критики. И перестаю критиковать сталинизм, вот ту сталинскую эпоху, как я ее ограничил. Я уже к этому времени установил, что это была только юность коммунизма. И когда я вот описывал для себя структуру советской системы этого периода, систему вождизма, вождь, клика, окружающие его, так, силовые учреждения, КГБ. Разумеется, в такой форме формулировать мой перелом было бессмысленно. И потом вот на каком-то ученом совете в институте, я уже работал в институте философии, так уже все бывшие сталинисты вдруг все стали антисталинистами, и началось безудержное разоблачение сталинизма. Ну, знаете, как у нас это делается? Все вдруг стали выглядеть жертвами сталинизма, и все поносили. Мне это осточертело, и я вылез на этом ученом совете и сказал,
там мертвого льва, а может ли быть даже осел. Вот. И после этого меня зачислили в недобитые сталинисты. Можете себе представить. Хотя все прекрасно знали уже к этому времени мои умонастроения, реальные умонастроения. Вот так произошел. То есть моя оценка сталинизма, она не совпадала с официальной партийной идеологической оценкой этого периода. Так вот, Сталин был пиком советского общества. Вот нравится нам советское общество или не нравится, но Сталин был его выразителем. Он был членом этого клуба князей 20 века, которые воплощали свои идеологии, воплощали свои гигантские социально-политические, экономические системы, за каждыми стояли невероятные подвиги, невероятные свершения, невероятные преступления одновременно, потому что великое делается на крови. И в этом отношении Сталин принадлежит к клубу великих людей 20 века. Со своими особенностями, со своей идеологией, со своим набором подвигов и преступлений. Теперь мы можем просмотреть Сталина среди политических деятелей нашей страны. Конечно, это был величайший человек. Конечно, это был крупнейший человек. То есть по масштабу, по объему, по размаху он превышал всех нам известных деятелей 20 и 21 века. Были люди гуманней, были люди добрее, были люди, может быть, авангардней. Троцкий и Ленин, их нельзя причислить к мещанам или к каким-то закомплексованным лузерам. Это люди, которые сделали революцию. Но Сталин даже на их фоне выглядит гигантом. То есть это гигант среди политических деятелей 20 века, по сравнению с которым другие наши властители занимают более скромное место. Кто на голову, кто на две, кто на три, кто на 10, а кто и на 100 голов ниже, чем Сталин. Так вот, он таким образом со всех точек зрения, и с международной точки зрения, исторической, и с точки зрения нашей внутренней, представляет собой личность безусловно великую, величайшую личность с величайшими достижениями и величайшими преступлениями. Кто у нас самый популярный политик в России остается по всем опросам? Несмотря на все эти имена России, правильно. Из исторических персонажей Иосиф Сталин. По крайней мере, он точно в двойке, в тройке, несмотря на все эти разоблачения, на все эти фильмы, на все пародии на Сталина, на все рассказы про ГУЛАГ и про Голодомор и так далее. Это не потому, что это страна рабов. Потому что просто это был политик, с именем которого, несмотря на огромные жертвы, также ассоциируются и максимальные достижения в интересах народа. Это политическая позиция значительной части нашего народа. Это либералам нужен миф. Никакая правда никому не нужна. Я не говорю, что это было время, где не было насилия. Я не говорю, что там не было преступлений. Я просто говорю, что нам надоело жить в мифологии. Преступление сопровождает любую власть. Каждая нация в период своего взросления, к сожалению, проходит через полосу террора. Французы прошли через полосу террора, американцы прошли через полосу террора, мы прошли через полосу террора. Ну, потом нация, как говорится, мудреет, там появляется новый образованный класс, юридический, там, интеллектуальный, какой-то инженерный. И нация приходит, как советская нация пришла к 50-60-м годам, где никакого террора не было. Так же и все остальные. Поэтому не надо... народ любит Сталина за социализм. И только за это. Что это был самый грандиозный период советской истории. Теперь начинается, с одной стороны, начинается нормализация коммунизма путем десталинизации и одновременно будет нарастать кризис. Кризис идеологии. Я построил математическую теорию коммунизма, я в ней построил теорию кризисов и предсказал неизбежность кризисов при коммунизме. Суть моего перелома. Я стал рассматривать иначе советское общество и построил, я считаю, первую научную теорию коммунизма. Так, в ней я предсказал неизбежность кризисов. Наступила эпоха нормального, скажем, зрелого коммунизма, в котором я уже тогда рассматривал его не как общество, а как сверхобщество. Сложилась сверхвласть, и на вершине этой сверхвласти был партийный аппарат, затем ему подчинялась система государственности, хозяйственная власть,
Ну, в общем, все те факты, которые потом стали общеизвестны, но до сих пор так и остаются непонятыми. И сейчас, конечно, я выработал взгляд на Сталина, на сталинскую эпоху, на Сталина совсем другой. И ну, это уже результат целой жизни. Могу сказать, что советский период был вершиной русской истории. Ничего подобного такого уровня не было и не будет, что вершина эта была достигнута благодаря советской системе, благодаря сталинизму. Без Сталина ничего бы подобного не было. Я даже роль Сталина оцениваю выше, чем роль Ленина, хотя я роль Ленина оцениваю очень высоко, я считаю, 20 век. Вообще это век Ленина, Сталина, ну, может быть, можно добавить сюда еще Мао Цзэдуна. Вот, и это был не просто вершина русской истории, это был прорыв в мировой истории. Прорыв в мировой истории, наша страна создала эволюционную конкуренцию западному пути эволюции. На Западе это поняли прекрасно, и вся холодная война, уже Гитлер был направлен против нашей страны, тогда уже понимали опасность этого пути. Да? Гитлер был фактически... Война Гитлера против нас была фактически войной Запада против нас. Ну а потом вся холодная война больше 50 лет. И эта война продолжается до сих пор. И до сих пор нас, русских, еще на Западе считают, так сказать, генетическими коммунистами. И пока нас не добьют до конца, не успокоятся. И последнее, как можно рассмотреть Сталина, это поместив его в контекст русской истории вообще. На кого он похож? Ну, здесь очевидно, он похож, конечно, частично на Ивана Грозного, который также укреплял государство и также нещадно боролся с элитой, которую считал предательской и постоянной ткущей против него. И, соответственно, Сталин был Грозным в каком-то смысле. И в этом отношении Сталин, конечно, совершенно... Русский царь в этом смысле. Красный русский царь, жестокий, мощный, волевой, сильный, аскетичный в быту, как и положено русскому царю, не обращающий внимания ни на гуманность, ни на комфорт, ни на какие-то бытовые мелочи. Это люди, полностью преданные идее. И как Грозный слагал канон ангелу смерти, так и Сталин в своем разговоре с Де Голлем, поздравлявший его с Великой Победой, сказал: в конечном итоге, мой дорогой Шарль, побеждает смерть. Вот это культ господина Великой Империи перед лицом смерти, это объединяет Сталина и Ивана Грозного. Сталин имеет что-то и от реформатора, и от консерватора. И в этом отношении вписывается в череду величайших русских правителей. Величайших со знаком модуль. Я случайно говорю о Иване Грозном, который был консерватор, и Петре Первом, который был модернистом. Их идеологии полярны, противоположны, а стилистика их правлению очень близка. И Сталин, безусловно, вписывается в этот большой стиль царей русской истории. Мы заплатили вместе со Сталином страшную цену, страшную плату за те успехи, которые добился СССР в 20 веке, в советский период. И тем не менее, на мой взгляд, величие этого исторического деятеля не подлежит сомнению. А вот как к этому отнестись, величие ли это зла, либо величие это благо, какой знак приставить к этой, безусловно, по модулю великой фигуре, я думаю, решают все. Thank you.
Thank you.